Всем привет! Продолжаем рубрику «Готовим дома». И сегодня мы с женушкой готовим торт «Медовик». Поехали! Сложили в сотейник мед, масло, сахар. Все это вот так вот доводим до такой вот массы. Но не кипятим. О, смотри, вот так. Только начинают это чуть пениться. Снимаем. И переливаем в другую посудину, большим объемом. В горячую массу добавляем соды, чайную ложку, и щепоточку лимонной кислоты. И тщательно перемешиваем. Пошла реакция. Медиком запах, да? Карамелизовалось. Помешиваем до состояния, пока не спадет пена, и добавляем 2 яйца. После того, как добавили 2 яйца, активно помешиваем, чтобы яйцо не свернулось в горячей массе. И после того, как масса станет однородной, добавляем муку. В готовую массу добавляем 400 грамм муки. И тщательно все перемешиваем до однородной массы. Должно получиться тесто. Что значит должно? Я надеюсь, что оно получится. Получается. Есть на чем карантине знаешь. Может, тортики научатся печь. Я вместе с ним. Так вот канал про путешествия плавно становится кулинарным каналом. Зайка, мы сейчас с тобой на Ля Кухняс. Ля Кухняс. У меня тут это виза пожизненная. О, тестушка какое. Так. Уже похоже на тесто. Или полотенце мы оставили остывать. Отлично. Так, после того, как замесили тесто, убираем его в холодильник на 50 минут. Для того, чтобы оно охладилось. Все правильно. И не так прилипало потом к рукам. Как пока тесто будет охлаждаться, берем 900 грамм сметаны и отвешиваем ее. Делаем вот так. Друшлаг или сито, кладем хлопковое полотенчико, добавляем туда 900 грамм сметаны, нам для рецептуры крема нужно 850, с запасом того, что жидкость лишняя уйдет, как раз у нас будет тот вес, который нам нужен. Так, что у нас тут получилось? Ну, всю сметану выдавили, как необходимого объема, прикрываем, чтобы она не заветрилась, да? Убираем холодильник. Так, под друшлаг подставляем тарелку, чтобы жидкость сюда спускалась, и убираем тоже в холодильник. Да, да, минимум на 4 часа. Так, тесто готово к раскатке. Будет 8 частей, 8 коржей, я правильно понимаю? Да.
повыше будет тогда тортик. Нагреваем духовку до 180 градусов. До золотистого цвета? Да. Уже, блин, так, косяк. Подоспела вторая хозяйка. Аккуратно раскатываю круг такой круглый. Раскатываем тесточку. Очень аккуратно, чтобы оно равномерно было по периметру. Оттаскиваем края в сторону. Не оттаскиваем зайчика, а раскатываем. Того у нас сколько? Горячего вот отдельно кладем, эти уже подстыли, можно друг на дружку. Так, ну вот коржи готовы. Это остаточки пойдут на посыпку самого тортика. Круто, это улучшилось у нас сколько? 8 коржей, ну, отлично. Итак, сметана пролежала в холодильнике 4 часа, вода стекла, и теперь получилась вот такая масса. Все, 150 грамм не хватает, представляешь? Сметана была подтяженная. Нет, это вода стекла. Я же говорю. Так, для крема нам еще понадобится сахарная пудра. 120 грамм. 120 грамм. Так, ну и всю эту массу взбиваем миксером. Будем собирать наш чудный торт. Крем готов. Надеюсь, будет вкусно. Крема много не бывает. Так. Торт растет на глазах. Какая веселая подложечка. Тоже чудесно играет. Чего же так сказала?
тщательно промазываем тортик со всех сторон. По бокам удобно промазывать вот такой вот лопаткой. Выходим на финишную прямую. Полина делает присыпку для торта. Для этого фрагмента коржи она будет забивать сейчас блендер. Так, присыпочка готова. Сейчас будем посыпать торт. Вкусно. Сможешь так, дочь? Да, сможет, конечно. Все, тортик готов. Приятного аппетита. Тортик пропитался. Надеюсь, будет вкусно. Подробный рецепт я оставлю в описании. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.